Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Джуз, и сегодня мы вернули Sonic Super Speed Simulator, потому что вышло новое обновление — фестиваль фейерверков, и у нас доступны два новых скинчика. И это у нас Grand Emmy и Ultra Prize, это Knuckles какой-то тоже фестивальный. Все, что нам требуется сегодня, это собирать фейерверки, вот они. Вот такие фейерверки, так, собираем. И вот такие еще штучки есть, так, я могу их? Так, эти не собираются, это просто, видимо, декорации. Вон, у нас есть такие же коробочки. Пяу, 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 салютики пускаем во все стороны. Плюс, смотрите, здесь есть у нас огромная ракета, которая запустится через 3 дня. Ну, у меня, у вас, может, она уже запустилась. И написано «Фестивальное обе». И я поднял свои глаза наверх. И я вообще офигел. Смотрите, у нас там наверху, если вот так вот посмотреть, есть облачка, вон колечки какие-то. И там что-то нужно будет проходить в облаках. Там реально нас ждет какой-то супер крутой обе. О, ничего себе, смотри, какой светящийся. Ну, в общем-то, наша задача сегодняшняя ясна. Также нам надо вот собирать, смотрите. Также 10, 25, 50, 150 и 250 тысяч фейерверков. И это просто, просто жесть какая-то. Ну давайте попробуем крутануть колесо фортуны. Может, нам что-нибудь да и выпадет. Так, а как мне его открыть-то? Давай. Хуба, открываем. Что мне выпадет на этот раз? А-а-а, мне выпадает... Что? 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 О, 5000 колечек, нафиг не нужные мне. 5000 колечек не нужные мне выпали. Угу. Ну, давайте, раз уж на то дело пошло, возьмем вот этот супермагнит. Да что такое? Меня телепортировало в другой портал, сразу же засосало. Давай возьмем супермагнит. Ха, жалко, конечно, столько робуксов тратить. Но что поделать-то, если вы ставите лайки, вам видео нравится. Это значит, все для вас, друзья. Все для вас. Ради ваших лайков. Конечно же, и подписок на канал. Поэтому, если ты до сих пор лайк не поставил, не подписался, то обязательно сделай прямо сейчас. И тогда у тебя тоже будут все крутые скинчики у Соника. Погнали собирать, наверное, да? Наверное, то же самое здесь, в принципе. Как и в прошлом обновлении, у нас максимальное количество собирается. Ну, где я вот в прошлый раз собирал? Я в прошлый раз собирал явно не здесь. Я собирал, знаете где? Я собирал вот в этой локации. Так, вот еще здесь. Ладно, сейчас быстренько здесь соберу, потому что здесь тоже очень... Много вкусных сладких фейерверков. Собираю здесь. Опа, а кстати, что у нас там по порталу-то? Помните, у нас здесь был мир? Вот, он до сих пор не работает. Что написано, под строительством будет скоро. О, скоро откроется, значит. Но может на следующей неделе у нас что-то там да будет интересное. Так, и я вот здесь вот собирал. Давай телепортируемся сюда. Вот в этот мир. И смотрите, как я здесь собирал. Вот здесь вот у нас появляется целая куча фейерверков. Да, я просто вот так вот пробегаю. Потом собираю здесь все. Ну, можно еще сюда вдарить немножечко. И так, о, вот. О, жесть, а что? А, ну они точно так же расположены. Ладно. Дальше, идем сюда. Вот так вот собираем. Теперь прыгаем вниз. Ну, может даже не прыгать. Вот у нас есть спуск, тропиночка. По этой тропиночке проходим вот так вот. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Собираем здесь. Все собрали. Дальше возвращаемся. Бежим по эту сторону. Вот так вот пролетаем. Параллельно все это собираем. Приходим сюда. Собираем здесь. Смотрите. Чунь-чунь-чунь-чунь-чунь. Вот так вот собираем все фейерверки. Здесь тоже все собираем. Туда не идем пока. И идем вот сюда. Вот так вот проходим. Собираем здесь все фейерверки. Собрали здесь. Вот здесь чуть-чуть собрали. Проходим вот сюда. Здесь, смотрите, вот тут вот собираем все фейерверки. Потом вот здесь. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот это все собираем. Потом вот тут вот все собираем. Так, и... эти тоже штучки соберем.
Смотрите, здесь у нас все фейерверки собрались. И... Но здесь уже, я не знаю, стоит сюда идти, не стоит. Наверное, даже сюда идти не стоит уже. Просто стоит идти, знаете, вот здесь проходить. Стоит вот здесь. Вот так вот мы проходим. О, что? Меня выкинул. Ну, короче, ты понял. Оттуда мы разгоняемся и прилетаем вот сюда. Обратно. Вот сюда вот мы прилетаем, возвращаемся. Сюда мы возвращаемся и отсюда... Мы проходим. Так, смотрите. Travel the Green Hill. Так, отправляемся туда. Там что-то у нас началось. Какой-то ивент дополнительный. Так, зеленый. Так, хилл. Так, это не, нет. Это вот сюда мне надо. Давай, возвращаемся. Там какой-то фестиваль фейерверков уже начался. Салюты, видимо, уже пускают. Давай-ка проверим. Проверим. Что там? О, здесь наступила ночь. И что это значит? О, вау, смотри! Пускают салюты! Вау, круто, слушай, вообще класс! Салюты запускают во все стороны. Так, может, можно повыше как-то запрыгнуть? Здесь у нас же был вот такой вот прыжочек. Прыжочек. Так, давай. Вот сюда, пэнч. Оп. О, стоп, стоим. Я стою здесь. И где салюты? А вон они внизу, прикинь. Я настолько высоко забрался, что салюты для меня внизу. А вот это что это такое? Тоже маленький салют пускает, что ли? А она тоже салют пускает. А, да, смотри. Эта штука запускает салют. Ну, прикольно. Прикольно то, что я запрыгнул настолько высоко, что эти салюты даже внизу находятся. Вот так вот можно смотреть. А что это, бесконечно, что ли, я собираю? Нет, надо присоединиться. А что, я не присоединился в группу? Странно. Ну, в общем, вот у нас здесь салюты такие. Можно порадоваться. Но я не знаю, сколько они длятся. Сколько длится этот салют. Давай пока забираем здесь награду. Ну, прикольно. Мне нравится. Так, забираем еще награду. Давай, и все. Значит, у нас буквально, ну, наверное, минуты 3 был салют. И все закончилось, да? Ну, можно возвращаться, короче. Возвращаемся обратно вот в наш мир, где мы здесь профессионально фармили фейерверки. Давай, загружайся. И, в общем, я вот показал, да, вот сюда мы приходим. Вот. Да! И в лаву какие не падаем. В лаву не падаем, друзья, надо... Аккуратно. Вот так вот. Сюда мы возвращаемся. Такие бежим. Можно сюда даже подняться немножечко. Так, опа, забрать. И потом возвращаемся опять. И все по второму кругу. Пока мы, короче, вот так вот пробегаем, у нас успевает отреспавниться. Давайте я попробую сейчас это все быстро сделать. Куда? Вот это, конечно, неожиданный поворот. Все, здесь мы собираем. Вот так вот проходим, быстро, так вот, оп, все это собираем. Сюда мы тоже можем быстренько так зайти, собрать немножечко фейерверков, пробегаем, опа, фринг, собрали, вот здесь вот тоже быстренько так, руньк, пробежали, собрали, здесь тоже собираем, здесь пробегаем, собираем, и вот теперь надо не свалиться, слишком большая скорость. Ну, в общем, обратно мы сюда возвращаемся. Здесь у нас уже все появляется. Только я, видимо, слишком быстро прибежал. Здесь, короче, если мы рядом стоим, то он не успевает заспавнить у нас ничего перед нами. Поэтому ничего не появляется. Вот я сейчас отбежал, должно появиться. Во! Отбежал и появилось. Все. Теперь и вот так вот мы кружим несколько часов и собираем нужное количество у нас вот этих... фейерверков. Кстати, сколько у меня уже этих фейерверков? Достаточно много. Так, а сколько мне надо было? Так, 25. Я только вторую этот чау забираю, и все. А на Эми, Гранд Эми, надо мне 150 тысяч. Жесть. Это, конечно, реально жестко. Ну ладно, зато я вот показал вам, как быстро фармится. И в случае чего...
вы тоже можете быстренько здесь набирать. Если вы знаете другой способ, как быстро прокачаться, напишите мне обязательно в комментариях. И тогда я, может, буду вашим способом фармить всякие вот такие вот штучки, которые у нас выпадают на ивенте. Но что меня удивило, что все-таки гораздо быстрее получилось в этот раз пройти ивент. Вот смотрите, я даже меньше чем за час справился. Вот у меня еще этот сундук не открытый, мне это нравится, это мне нравится. Вот у меня полностью пройден ивент. Так, давай-ка мы телепортируемся, наверное, в наши зеленые холмы и посмотрим там уже, что у нас, как эти скинчики вообще выглядят. Давай, телепортируйся уже, что так долго прогружается, я же там недавно буквально был, видимо, игра уже позабывала. Так, открываем, наконец-таки, наши дополнительные скинчики. Вот у нас есть... Вот такой вот скинчик, где-то у нас появись. Во! Отлично, все, летняя Эми у нас появилась. Чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун. Здорово. Вот такой вот скинчик. И давай смотреть следующий. Это у нас самый главный гвоздь программы. Adventure Knuckles. О, ну-ка, давай-ка заценим. Где у нас? Во! О, вау, ничего себе, у него кулаки мощные, металлические. Класс, у нас теперь есть два скинчика. Здорово, 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 здорово. Хочется еще пойти посмотреть, вот что здесь находится. Но пока меня туда не пускают. Ладно, через 3 дня мы туда... сходим, обязательно проверим, что же там есть. Так, что у нас здесь? Даже еще колесо фортуны не откатилось до следующего. Я говорю, вообще супер-мега-быстро получилось открыть. Давай, может, пооткрываем еще яички с того и посмотрим, что мне на выпадает. Может быть, мне реально что-нибудь крутое здесь редкое выпадет. Хотя я в этом сомневаюсь. Здесь вообще ни разу ничего такого крутого не попадало. Легендарный опыт. Вот непонятно, зачем он нужен вообще... Что он дает? Ни для чего, по-моему, не подходит. Давай еще дальше открываем. И легендарный опыт. Кстати, он суммируется, интересно, у меня. Да, 10 минут у нас есть дополнительный опыт. Но я и так уже достаточно много прокачался, поэтому могу сказать, что мне этот опыт-то по сути не нужен. Хотя, если вот здесь вот у нас откроется вот этот вот мир, я не знаю, какой уровень туда потребуется. Я какой, сколько? 26 ребертов я сделал. Я надеюсь, что этого будет вполне достаточно, чтобы туда попасть. Хотя, может быть, там и гоночки нужно будет проходить. Не знаю, очень интересно узнать, что нужно, чтобы попасть вот в эту локацию следующую. Будем ждать, будем верить. Но еще будем ждать вот это вот фестивальное обе. Тоже очень интересно. Друзья, если тебе понравилось видео, обязательно поставьте лайки, подпишитесь на канал, напишите комментарий. Поделитесь видео со своими друзьями. На этом у меня все. Не болейте, не скучайте. Пока-пока.